Здравствуйте, как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпании «Щелково», программа «Диалог», и с вами я, ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефонам 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моей сегодняшней гости. А в гостях у меня сегодня начальник управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Щелковскому району Марина Лазаренкова. Добрый вечер, Марина Юрьевна. Добрый вечер. Территория, да, ограничивается вашей сферой деятельности, ограничивается не только Щелковским районом, да, еще и городские округа Лосино-Петровский, Фрязино и Звездный городок. Так что да. И территория, и население большая. Встречались мы с вами ровно год назад в этой студии. Да. Естественно, что-то, наверное, поменялось за этот год. Вот поэтому и хочу начать с вопроса, что поменялось в вашей работе, в работе органов опеки и попечительства в целом нашей страны и района Щелковского в частности за последний год. За последний год в законодательстве Российской Федерации вышло одно довольно значимое изменение. Это о том, что дети, не имеющие родителей, то есть дети, которые выявлены органами опеки по акту об оставлении, дети, которых мы регистрируем в органах ЗАГС и у которых в графе «отец» и в графе «мать» прочерк, имеют право на денежное содержание от государства. То есть раньше дети, которые оставались сиротами после смерти родителей, имели право на получение пенсии по потере кормильца. Дети, родители которых лишались родительских прав, имели право на выплату алиментов. А те дети, которые подкидыши, которые не имели родителей и не знают своих родителей, и мы не знаем, кто их родители, к сожалению, такого права не имели и не имели никакого денежного содержания. Поэтому вот с 2018 года совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации вот такая программа начала действовать. И у нас, естественно, в Щелковском районе, в городских округах Лосино-Петровский, Фрязино, наш Пенсионный фонд тоже активно работает по этой программе. И базы данных мы все передали в Пенсионный фонд, выявили этих детей из наших, из тех, кто стоит у нас на учете. И вот уже с января 2018 года они получают денежное содержание, на счет детей идет в размере пенсии по потере кормильца. В абсолютном измерении сколько? Порядка 10 тысяч рублей, 9 с чем-то. Ну, а вообще, как много у нас таких детей, которым требуется опека и попечительство, ну, в целом по району и вообще в целом по вашему управлению? По управлению в целом на учете у нас состоят на сегодняшний день порядка 900 детей, сирот и детей, оставшихся с попечения родителей. Цифра постоянно меняется, потому что какие-то ребята достигают совершеннолетия и уже переходят на учет лиц из числа детей-сирот, то есть они уже не дети, но до 23 лет тоже стоят у нас на учете, мы оказываем им помощь. А какие-то ребята усыновляются жителями Щелковского района, городских округов Лосино-Петровский, Фрязино, и тоже снимаются у нас с учета, то есть они переходят на другой учет, но они приравниваются уже к кровным детям, воспитываются, считается, что в кровных семьях, но на учете состоят также у нас до совершеннолетия эти ребята. Цифра, в общем-то, большая, но мы же, так сказать, качество работы органов опеки и попечительства считается не общим количеством детей, которые стоят на учете, а количеством детей, устроенных в семье, проживающих в семьях. Так вот у нас из этих 900, ну, округлим, да, приблизительно пусть будет 900 детей, да, в государственных учреждениях, которые расположены на территории Щелковского района, а это бывшая Алмазовская школа-интернат, а на сегодняшний день это образовательное учреждение «Доверие», и Фрязинский дом ребенка, где находятся малыши в возрасте от 0 до 3 лет. Вот на сегодняшний день в этих двух учреждениях 29 детей из 900.
Но тенденция к снижению идет. Конечно. То есть, понимаете, процент из 929, ну это, по-моему, только 3%, да? А 97% детей-то сирот воспитываются в семьях. Вот это главный показатель деятельности органов опеки. Это наша цель, это наша основная задача. Детей устраивать в семьи. Но, к сожалению, проблемы, несчастья, трагедии, они случаются, от этого никуда не деться. Но главная задача, еще раз повторюсь, чтобы эти дети не остались брошенными, а все были устроены на воспитание в семью. Если можно, вот о тех формах опеки и попечительства, которые существуют у нас, мы, конечно, об этом говорили и в прошлом году, но просто напомнить еще раз более подробно, помимо того, что дети усыновляются, какие еще формы опеки и попечительства существуют? Ну вот две формы вы уже назвали, опека, попечительство, и существует еще форма приемная семья. Опека и попечительство – это, в общем-то, одна форма. Единственное, она различается по возрасту. То есть до 14 лет дети находятся под опекой, а с 14 до 18 лет под попечительством, то есть попечителем назначается. Под опеку и попечительство передаются, как правило, дети, которые являются родственниками граждан. То есть, когда случается какая-то неприятность или беда, близкие люди, друзья, родственники обязательно принимают ребенка такого оставшегося без родителей на воспитание в свою семью. Как правило, таких граждан очень много, бывают даже споры возникают между ними, у кого лучше будет проживать тому или иному ребенку. Ну а какой это приоритет вот в этом случае? Кому отдается? В этом случае мы исходим только из интересов ребенка. Знаете, есть такое золотое правило органов опеки. Мы не гражданам подбираем ребенку, как ребенка, как игрушку. Вот пришли граждане, например, да, у них нет своих детей, они хотят воспитывать. Мы не для них подбираем развлечения. Мы ребенку подбираем семью. У нас на учете состоят граждане, кандидаты, которые хотят принять на воспитание в семью ребенка-сироту. И у нас есть дети. Вот на сегодняшний день, я сказала, их 29. Это в Алмазово 14 и 15 детей в доме ребенка во Фрязинском. Так вот, зная каждого ребенка и зная граждан, которые стоят у нас на учете, их, к счастью, гораздо больше, чем этих детей, наша задача для ребенка подобрать такую семью, где ему будет наиболее комфортно. Если это опека и попечительство, как я уже сказала, то это, конечно, семьи родственников. У них первоочередное право. Первоочередное право имеют бабушки, дедушки, родные братья, сестры погибших родителей. И дальше уже близкие люди. Здесь, когда вот встает вопрос, например, если несколько родственников одновременно, бывает, что две бабушки между собой спорят, то мы выбираем, опять же, в интересах ребенка. То есть состояние здоровья обоих кандидатов смотрим, смотрим условия проживания обоих кандидатов, смотрим наличие материального содержания, возможность воспитания этого ребенка. То есть бывают дети ведь с какими-то патологиями, с диагнозами медицинскими. То есть учитывается все совокупно и принимается решение только в интересах ребенка. А вторая форма устройства – это приемная семья. Это как раз та форма, когда совершенно посторонние граждане, которые либо не имеют своих детей, либо просто имеют детей, но имеют возможности и желание принять на воспитание еще ребенка, помочь кому-то, вот добро свое, тепло свое кому-то отдать – они обращаются к нам и принимают на воспитание совершенно посторонних детей, совершенно чужих детей. Таких тоже, к счастью, достаточно много на учете. Какая-то материальная помощь от государства присутствует, да, конечно, для тех, кто вот конечно устанавливает опеку и попечительство? Причем в Московской области беспрецедентные меры поддержки замещающим семьям оказывает правительство Московской области. Градация, как бы размер денежного содержания на ребенка, который платится ежемесячно, зависит от его возраста. То есть от нуля до года одна сумма, от года до трех другая сумма, дошкольникам там, до 7 лет увеличивается, с 7 до 14, и уже взрослым детям еще. Но в среднем, чтобы как бы не загружать уже зрителей, от 11 до 18 тысяч в месяц выплачивается на содержание ребенка. Это любых детей, хоть они под опекой, хоть в приемной семье. Кроме того, если ребенок находится под опекой, то с опекуном, как с законным представителем, заключается договор о возмездном оказании услуг, так называемый договор об опеке,
согласно которому там небольшая сумма, но опекуну идет 3000 рублей в месяц. Это опекуну, взрослому человеку. За то, что он как бы осуществляет защиту прав этого ребенка и его интересы отслеживает. А в приемных семьях там заключается договор о приемной семье с приемными родителями. Но еще раз оговорюсь, это посторонние люди. И приемные родители могут воспитывать в своей семье до 8 приемных детей. Ну, а такие встречаются, встречаются, вот, по крайней мере, да. В нашем районе. И в нашем районе такие есть. Так вот, там приемным родителям, кроме того, что ежемесячное, как положено, содержание на каждого ребенка они получают еще заработную плату. Они заключают договор о приемной семье, и каждый родитель получает ежемесячно заработную плату. Здесь уже в зависимости от состояния здоровья ребенка. Если ребенок первой, второй группы здоровья, то это 9200 каждому родителю за каждого ребенка ежемесячно. А если ребенок 3, 4, 5 группы здоровья, либо ребенок-инвалид, то денежное содержание составляет 25 тысяч рублей в месяц каждому родителю за каждого ребенка. Марина, поясните тогда, вот что значит первая, вторая группа здоровья, да, 3, 4, 5? Ну, относительно здоровые дети – это первая, вторая группа здоровья. Третья группа здоровья, при которой уже повышено денежное содержание, это такие незначительные заболевания, как диатезы, косоглазие у ребят, плоскостопие, энурез, вот такой не очень как бы, да, серьезные. Гораздо серьезнее это четвертая, пятая группа здоровья. Это уже просто дети, ну, с инвалидностью, инвалиды детства. Марина, какими вообще правами пользуются несовершеннолетние, вот, которые, так скажем, без родителей остались? Остались, да. Здесь тоже как бы очень государственная политика у нас очень благоприятна для детей. То есть все-все направлено на то, чтобы они не чувствовали себя обделенными. И кроме того, что вот дети получают денежное содержание, они имеют право еще на организацию летнего отдыха. То есть они получают денежные выплаты, единовременное пособие, ежегодное. Кто-то его получает к летнему отдыху, кто-то получает к школе. Уже родители сами решают, как лучше сделать, как им удобнее. Это пособие на сегодняшний момент составляет 33 тысячи рублей, ну там еще с мелочью. Так вот, это пособие платится ежегодно, каждый год, для того, чтобы люди могли организовать летний отдых, либо приобрести школьные принадлежности, там, как форму школьную и прочее. Кроме того, естественно, наши все дети пользуются льготными путевками в период оздоровления. Летняя оздоровительная кампания при каждой администрации и при Щелковском районе, и во Фрязино, и в Лосино-Петровском создается ежегодный координационный совет, который организует и проведение летней оздоровительной кампании. Вот на территории Щелковского района у нас, мы знаем, два оздоровительных лагеря, что просто невероятное богатство, я считаю, нашего района и жителей района. Это «Лесная сказка», «Юноармеец». И наши дети ежегодно пользуются льготными путевками. Льготными. Мы еще раз как бы и на совете, вот в администрации обсуждали этот вопрос. Конечно, есть граждане малоимущие, совсем, совсем малоимущие. А наши дети все-таки, которые под опекой в приемных семьях, они, я считаю, достаточно, ну, хорошее содержание от государства получают. Поэтому они пользуются льготными путевками. Не 100% бесплатными, а льготные в размере там, ну, небольшой, ну, то есть посильную плату вносят, небольшую, но посильную, за оздоровление. И вот уже на сегодняшний день у нас больше 50 заявлений от детей, от их родителей, желающих именно в наши лагеря «Юноармеец» и «Лесную сказку». Нет, а что значит от родителей? Ведь это в основном дети, которые без родителей вообще. Ну, я имею в виду приемных родителей, приемных опекунов. Родителей, мы, да, же называем их, ну, уже, да, как родители. И дети же их зовут мама, папа все. Поэтому мы тоже их так называем. Кроме того, значит, все приемные дети, приемные семьи имеют право на возмещение транспортных расходов к месту отдыха и обратно, если они едут поездом, либо самолетом, летят на территории Российской Федерации, такое возмещение возможно. Дети наши все абсолютно опекаемые, приемные,
имеют право на получение двух профессиональных образований бесплатно. Двух образований средних, специальных, ну, в рамках колледжа. Высшее профессиональное образование бесплатно на льготной основе. То есть есть у них льготы при поступлении, у наших детей есть. Но высшее, конечно, одно. И, ну, надо отметить, что у нас уровень образования детей растет с каждым годом. То есть у нас все больше и больше детей поступает в высшее учебное заведение. Марина Юрьевна, у нас есть первый звонок от наших зрителей. Давайте послушаем и ответим. Добрый вечер. Вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Марина Юрьевна, я хотела бы вопрос задать. Вот по поводу усыновленных детей. Вы сказали, что они, как получается, как родные, а выплаты им какие-то положены после усыновления? Да. После того, как граждане принимают решение об усыновлении ребенка, ребенок принимает права уже кровных детей, и они в свидетельстве о рождении у ребенка уже вписаны родителями – мама, папа. Поэтому очень часто, естественно, сохраняется тайна усыновления, и об этом никто не знает, кроме сотрудников органов опеки и судебных судей наших, которые, потому что усыновление проходит в судебном порядке, федеральным судом. Так вот, тоже… Это, кстати, льгота Московской области правительства. С 2008 года все усыновленные дети до совершеннолетия получают 10 тысяч рублей ежемесячно. На счет детей эти выплаты производятся ежемесячно перечислением вот на счет. Чего раньше тоже не было, и во многих регионах этого и нет. То есть считается, что вы усыновили ребенка, вы считаетесь... Сами должны содержать. Да, приравняли себя как бы к кровным родителям, это ваши проблемы содержания. Кроме того, при усыновлении детей еще выплачивается единовременное пособие, то есть сразу после того, как прошел суд по усыновлению, граждане обращаются к нам за... выплата единовременного пособия, и это пособие составляет около 30 тысяч рублей на усыновление здорового ребенка в возрасте до 7 лет. Конечно, честно надо признаться, что чаще всего усыновляют малышей, тех детей, которые не помнят и не знают своих родителей. Так вот, если такое усыновление, ребенок до 7 лет и здоровенький, то порядка 30 тысяч получает единовременно. И потом до совершеннолетия по 10 тысяч ежемесячно перечисляется. А вот если люди приняли решение усыновить ребенка-инвалида или ребенка старше 7 лет, что бывает редко, либо если они приняли решение усыновить сразу двух-трех детей, братьев и сестер, которых разделять нельзя, то там уже выплата единовременная при усыновлении составляет порядка, по-моему, сейчас 140 тысяч рублей. Вот на каждого ребенка. И далее также 10 тысяч ежемесячно до совершеннолетия. Да. Но еще одна очень такая хорошая тенденция для тех, кто вырастает, уже достигает совершеннолетия у нас в области, в районе, это вручение ключей от новых квартир. Это уже не первый год практикуется. Ежегодно, Ежегодно, и практически, вот, по-моему, с каждым годом все больше и больше. Я предлагаю сейчас посмотреть короткий видеосюжет о том, как в преддверии Нового года как раз вот ребятам, ну уже не детям, да, уже взрослым вручали ключи. Да, и потом еще тогда вы прокомментируете это обстоятельство. Давайте посмотрим. Сделать сказку былью. Новый год – пора исполнения желаний, особенно самых сокровенных. Мечты этих ребят притворились в жизнь. Теперь они счастливые обладатели своих собственных квадратных метров. Уже не первый год в районе оказывается поддержка детям, оставшимся без попечения родителей. Государство дает вам возможность увидеть себя уже в других условиях. Условиях, когда вы имеете полное право на то, чтобы сказать, у меня есть свое жилье, у меня есть своя квартира. Обеспечивать ребят жильем районным властям удается благодаря субвенции из бюджета регионального правительства. В 2017 году на эти цели было направлено более 44 миллионов рублей. В результате получилось приобрести 17 квартир в Щелково, а также в Анискинском, Огуневском и Свердловском. Список формируется ежегодно и утверждается министром образования Московской области. Конечно, они уже не дети, и свое собственное жилье придется как нельзя кстати. Для ребят это не просто подарок, а возможность идти дальше, строить свою личную и профессиональную жизнь. Вместе с ключами районной власти и руководство поселений вручили им подарки, которые точно пригодятся в новых квартирах.
Квартира большая, даже не ожидала, что она настолько большая. Очень светлая. В общем, вообще, я очень рада. Марина, по какому принципу вот получаются, ну, будем так говорить, дети, выросшие дети получают квартиры? Все ли обеспечиваются жильем? Нет, конечно, обеспечиваются не все. Обеспечиваются только те ребята, кто, согласно закону, имеет на это право. А право такое предоставляется детям, у которых норма проживания в занимаемом жилом помещении менее учетной нормы. Вот у нас в Щелковском районе, по городу Щелково, например, 10 квадратных метров. Да? То есть каждое поселение, городское сельское поселение, городские округа Лосино-Петровский, Фрязино, устанавливают советом депутатов свою норму. Так вот, согласно, если у ребенка менее учетной нормы, то есть меньше квадратных метров, чем учетная норма установлена, то ему полагается отдельное жилье. Кроме того, отдельное жилое помещение предоставляется детям, которые прописаны, зарегистрированы в чужой собственности. Детям, родители которых лишены родительских прав и проживают с ними совместно в одном жилом помещении. И такое тоже встречается? Конечно. И детям, которые... мы их называем гарантами, дети, у которых нет никакого жилья. Вот, к примеру, да, выявлен ребенок по акту о подкидывании. Мама прочерк в свидетельстве, папа прочерк. Естественно, ни прописки, ни регистрации, никакой, ничего нет. Мы обращаемся при выявлении таких детей к главе муниципального образования с просьбой подготовить распорядительный акт, согласно которому глава гарантирует по достижению совершеннолетия этому ребенку жилое помещение, чтобы ему было куда вернуться взрослым-то. Вот. Такие дети тоже имеют право, у которых есть гарантийные письма главы муниципального образования. Вот четыре категории детей имеют. Но я что хочу сказать, что главы всех поселений, конечно, относятся очень ответственно к этому мероприятию, к обеспечению жильем детей-сирот. Очень серьезные процедуры проводятся и в районе, и в городских округах Лосино-Петровский и Фрязино. Но наш район еще, он отличается особенно. В районе всегда предоставляются жилые помещения в домах-новостройках. Всегда с муниципальной отделкой, то есть с хорошими ремонтами. Всегда находятся добрые люди, спонсоры, благотворители, которые дарят детям подарки на новоселье. Всегда. Ну, обустройство, да, имеется в виду? Да, мебель, да, благоустройство. Мебель и прочее. Да. И хочу подчеркнуть, что эта программа тоже действует в области с 2007 года. И на сегодняшний момент, вот не считая 2018 год, а вот завершен 2017 год, в Щелковском муниципальном районе предоставлено 97 отдельных благоустроенных квартир в домах. Но это за всю историю? Вот за 10 лет. Вот за всю историю действия вот этого закона. И денежные средства из области выделены порядка 200 миллионов рублей на все на это вот за 10 лет. В этом году тоже у нас 11 детей, 11 лиц из числа детей, они уже все старше 18 лет, будут получать жилые помещения. Ну, это так же, как обычно, к концу года, да, уже? Ну, я надеюсь, что в этом году будет пораньше, потому что в декабре, конечно, не очень удобно и очень волнительно для всех. Но зато новогодний подарок очень приятный. Но зато Новый год в собственном жилье, конечно. Марина Юрьевна, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем и ответим на него. Добрый вечер. Вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер, Марина Юрьевна. Скажите, пожалуйста, вот я не совсем понял, всем ли детям-сиротам дают квартиру после 18 лет? Да, здравствуйте. Спасибо большое за звонок. Нет, не всем детям дают. Вот смотрите, когда ребенок приобретает статус. Что такое статус? Это когда он начинает относиться к категории детей-сирот, либо детей, оставшихся без попечения родителей. Вот когда что-то случилось. Ну, например, трагедия, гибель родителей. Ребенок остался сиротой. В таком случае мы в первую очередь смотрим жилое помещение. Есть ли что-то от родителей, осталось ли какое-то жилое помещение. Если помещение остается, то также мы обращаемся к главе муниципального образования, и глава издает распорядительный акт о сохранности этого жилого помещения. И администрация, если помещение муниципальное, несет ответственность за его сохранность, конечно, вместе с нами и вместе с законным представителем ребенка, опекуном там, или приемным родителем, кто его будет дальше воспитывать.
Если выявляется ребенок, у которого нет жилого помещения никакого, то вот ему как раз полагается вот приобретение по субвенции. Либо, если родители неблагополучные, лишены родительских прав, и ребенок у них изъят из семьи и направлен в государственное учреждение, он не вернется уже в одну квартиру к родителям лишенных прав. Он должен по закону получить отдельное благоустроенное жилье. Либо, если выявляется ребенок, родители лишены прав или погибли родители, а в квартире, например, прописано 8 человек, а квартира двухкомнатная, и на каждого проживающего человека менее 10 квадратных метров. Вот это называется менее учетная норма. И тогда такой ребенок тоже имеет право. Но я хочу сказать, что у нас в районе при нашем управлении создана межведомственная комиссия, тоже согласно законодательству, согласно порядку обеспечения жильем. Комиссия, в которой входят сотрудники 3 администраций, вот и Фрязино, и Лосино-Петровский, Щелковский район, сотрудники, работники комиссии по делам несовершеннолетних, управление опеки, депутаты комитетов по вопросам образования и прочее. То есть такая межведомственная большая комиссия, на которой рассматривается каждое личное дело ребенка вот такого, и принимается решение, все-таки положено ему по закону или нет. То есть документы изучаются все очень внимательно, потому что средства бюджетные выделяются из бюджета Московской области, правительство Московской области, естественно, и тут работа и Министерства финансов, и Министерства строительства, и Министерства образования, к которому относятся органы опеки. То есть тут очень серьезное взаимодействие. Поэтому серьезная проверка, несколько этапов проверки документов проходит. Спасибо, Марина Юрьевна. Напоминаю нашим зрителям, что сегодня в гостях у программы «Диалог» начальник управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Щелковскому району и городским округам Фрязино и Лосино-Петровский Марина Лазаренкова. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня начальник управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Щелковскому району Марина Лазаренкова. Еще раз добрый вечер, Марина Юрьевна. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440 и 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну, а мы продолжим наш разговор. Марина Юрьевна, вы упомянули, что у нас всего детских учреждений, где живут дети, оставшиеся без родителей, или у кого вообще не было родителей, да, это Фрязинский дом ребенка, там 15 человек, да, это, так скажем, младшего, очень младшего возраста, да, и бывшая школа-интернат в Алмазово, там 14 человек, и стало даже меньше по сравнению с прошлым годом, намного. Вот вообще хватает этих заведений для тех, кто остался без родителей? Хватает, конечно. У нас же до, по-моему, 15-го года функционировал муниципальный детский дом во Фряново. И согласно поручению правительства Российской Федерации и Ольги Юрьевны Голодец, которая на личный контроль взяла ситуацию с детскими домами по стране, муниципальный детский дом был ликвидирован, закрыт. Но он был не просто ликвидирован, а в связи с тем, что все дети были устроены в семью, переданы на воспитание в семью. И, кстати говоря, вот если 10 лет назад посмотреть, да, у нас находились, воспитывались в детском муниципальном доме 40 детей, в Алмазово 48 детей и порядка 100 малышей во Фрязинском доме ребенка. Ну, это совсем маленькие. Да. То есть, представляете себе, до 200 детей на территории находились в государственных учреждениях. Ну, дом ребенка – это учреждение здравоохранения. Но, тем не менее, там дети со статусом, дети-сироты находились порядка 100 человек. На сегодняшний момент детский дом муниципальный закрыт. В Алмазовской школе-интернат в доверии 14 детей со статусом и 15 малышей во Фрязинском доме ребенка. На самом деле их побольше и в Алмазово, и во Фрязино, но их дополняют родительские дети,
дети, родители которых находятся в трудной жизненной ситуации. За это прав родительских никто не лишает, им просто государство оказывает поддержку, помощь в течение полугода, либо года, в течение года, ну, в самых каких-то сложных, в случае болезни родителей или смерти одного из родителей. Вот у нас есть в Алмазово мальчик, папа, который, ну, одинокий отец, посменно работает суточно, мама умерла. И вот государство в виде помощи оказывает ему, не лишать же его за это родительских прав. Но ребенок там находится круглосуточно. Какое-то время, полгода, год работают с ним учреждения, ребенок подрастает, папа немножко уже себя как бы в силу берет в руки и дальше воспитывает самостоятельно. Марина Юрьевна, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем, давайте, ответим на вопросы. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где я могу пройти обучение в школе приемных родителей, чтобы принять ребенка в семью? И платно это или бесплатно? Спасибо. У нас с 2013 года открылась первая школа приемных родителей в Щелковском районе. Она как раз вот находилась в муниципальном детском доме в Вафряново. А на сегодняшний момент, у нас в районе функционируют три таких школы. Основная, самая большая по численности школа находится в Романтике, в учреждении дополнительного образования Щелковского района, на Пролетарском проспекте, в центре города. Еще одну школу открыли подготовки в Доверии, в Алмазовской школе-интернат. И третья школа открылась при учреждении в Фрязинском доме ребенка Фрязина. Они абсолютно одинаковые, я имею в виду, по программе подготовки граждан. То есть они готовят людей бесплатно, естественно, на бесплатной основе. Они готовят людей по одной и той же программе. Они оказывают вот эту помощь в подготовке граждан в выходные дни. То есть очень удобный график работы. Но для людей, которые заняты, естественно, то есть после работы люди могут либо вечером, либо в субботу-воскресенье. Так вот, организована деятельность этих школ в удобное для граждан время. И на сегодняшний момент вот такие три школы у нас существуют. Пожалуйста, приходите, обращайтесь. Ну, а если можно, какие предметы изучаются там в этой школе? И как долго учатся будущие приемные родители? Школа, программа школы составляет 80 часов обучения. Но приблизительно в течение 2 месяцев граждане проходят обучение, подготовку в этой школе. И что характерно, абсолютно все приходят с огромной благодарностью за то, что посещали занятия в этой школе. И абсолютно тоже все признаются в том, что если бы они раньше прошли эту школу и раньше знали вот то, что им преподается в школе, они бы по-другому воспитывали своих собственных детей. Это факт. А в школе такие работают специалисты и преподаватели, такие предметы. Значит, основу составляет, конечно, психологи, психология. Потому что ведь очень важно, кроме подготовки, обучения граждан, очень важно же и психологическое тестирование, которое сейчас становится обязательным для граждан. Потому что кто хочет усыновить детей, да, либо стать приемным родителем. Конечно, они должны пройти, конечно, тестирование. А без помощи психологов тут не обойтись. Кроме того, в школах обязательно работают юристы, преподают юридические основы юридических знаний. То есть граждане должны понимать последствия юридические принятия ребенка на воспитание в семью. Мало того, что разные формы есть устройства ребенка, так еще и последствия для себя. То есть они должны понимать, что если ребенка усыновили, то это все, это твой кровный ребенок. И чтобы не получилось так, что сегодня суд прошел, усыновил, а завтра человек приходит и говорит, вы знаете, я передумал. Или бывает так, что семья распадается, мама остается с ребенком, папа, ну, уходит, например, да? Так вот, когда кровная семья и кровный ребенок, папа безоговорочно платит алименты и проживает, допустим, отдельно от ребенка. А когда ребенок усыновленный, очень часто папа приходит и говорит, что это же не мой ребенок, почему должен ему платить? Ну, позвольте, вы в суде дали обязательство, вы приняли на себя юридическое обязательство. Это же надо тоже понимать. И вот этому всему обучают в школе. Кроме того, обязательно в школе работают медицинские работники –
То есть несколько занятий проходит по физиологии детей, по разному возрасту детей, ведь дети в разном возрасте по-разному требуют разного обращения, разного воспитания и разных знаний, подготовки медицинской, психологической и педагогической. То есть вот все-все-все, вот эти все этапы проходят при подготовке граждане. Ну а вообще, много ли в нашем районе случаев усыновления детей, ну, скажем, за последний год? Порядка 15. У нас вот так вот ежегодно порядка 15 случаев усыновления детей проходит в районе. Но, вот опять же я хочу отметить, что, как правило, ведь усыновляются дети совсем маленькие, новорожденные. Вот когда у нас функционировал Щелковский родильный дом, и если оставляли роженицы ребенка, ну, отказывались принимать его, да, отказывались от своего ребенка. Вот такие дети, конечно, в первую очередь подлежали усыновлению. А мы знаем, что прошлый год у нас родильный дом был закрыт практически весь год, да? Зато открылся перинатальный центр. Да, но он открылся в конце года. Поэтому у нас за прошлый год был только один отказ. Ну, это и слава богу, что был один отказ в родильном доме. И этот ребенок был усыновлен. Но кроме того, еще 14 детей были усыновлены. Но это были дети как раз вот из замещающих семей. Это люди, которые приняли ребенка на воспитание сначала под опеку или в приемную семью, а потом через какое-то время поняли, что этот ребенок уже стал им родным. И они не хотят с ним расстаться никогда. И принимают решение об усыновлении. Уже это не новорожденные, естественно, дети. Уже дети подросшие. Вот это особое, как бы, такое... Героизм особый, я считаю, родительский. То есть это люди, которые, вот, понимаете, взял вроде бы чужого ребенка, а через какое-то время понял, что он стал родным, что он его уже никогда никому не вернет. Принимать такое решение. Мы со своей стороны, я имею в виду телерадиокомпанию «Щелков», мы тоже хотели узнать, готовы ли потенциальные родители, так скажем, усыновить в дополнение к уже имеющимся детям, взять на или воспитание, или усыновить еще детей. Провели сегодня на улице такой блиц-опрос. И вот, собственно, то, что мы услышали, давайте сейчас посмотрим, что отвечали нам жители «Щелкова». Нет, пока... Пока не готова. Нам пока одного хватает. Ну, хотелось бы еще своих детей пока, в данный момент. А там, не знаю, все может быть в будущем. Никто не знает, что в жизни может произойти. У меня муж не хочет. Я бы сама усыновила, мне кажется. Ничего в этом такого зазорного не вижу. Дело-то хорошее. Но пока вот с одним вот справляемся. Вот. Если будет ресурс и желание там, то, может быть, не отрицаю. У меня и так трое, спасибо. Нет, я как бы в положении, мне двоих хватит. Нет, не задумывались. Не задумывались. Я даже не женат, поэтому даже о детях своих не думал. Пока нет. Но задумывались, да, читали об этом. Спасибо. Это сложный вопрос. Но нужно много изучить для того, чтобы усыновить ребенка. Ну вот как раз отталкиваясь от последней мамаши, да, которая сказала, что нужно много изучить, чтобы усыновить ребенка. Если можно, чуть подробнее, да, что нужно изучить, чтобы усыновить ребенка? Вы знаете, очень радует вот такое ответственное отношение. Вот я считаю, что, понимаете, ведь школы, они и были созданы для того, чтобы в период обучения люди... осознали для себя всю серьезность поступка, который они собираются совершить. И радует как раз, что люди-то, вот я смотрю, все молодые, вы опрашивали в основном молодых, очень серьезно все подходят к этому. Но изучить, конечно, нужно вот и педагогику, и психологию, и медицину, и юридическую сторону вопроса. Вот как раз все то, чему учат в школе. Но здесь еще, понимаете, какая штука? Вот посторонние ребята молодые, да, гуляют со своими детьми на набережной, вы обращаетесь к ним с вопросом. Конечно, когда человек увлечен своим собственным ребенком, маленьким, да если еще мама в декрете находится, конечно, она вся сосредоточена на своем ребенке, безусловно. И она ни о ком чужом думать, и это понятно все, это объяснимо. Но есть граждане одинокие, которые не могут иметь своих детей. И
что самое главное, к сожалению, случаются трагические случаи, случаются в жизни они. Мы вот, знаете, с сотрудниками уже не раз замечали, что все люди праздников ждут, граждане, а мы их боимся. Потому что как только новогодние, как только майские, как только какие-то выходные, обязательно, как правило, случается какая-то беда в эти праздники. И обязательно сиротеют дети. Каждый праздник, каждые вот большие выходные, обязательно что-то, это уже как закон происходит. Так вот, не дай бог, но я думаю, что если бы что-то произошло с близкими вот этих молодых людей, я думаю, что они, не задумываясь, приняли бы ребенка, оставшегося без родителей, на воспитание в свою семью, племянников ли, младших сестренок. Ведь посмотрите, у нас среди опекунов очень много старших братьев и сестер. Вот даже когда, например, родители умирают по болезни, да, и старшие, они молодые, им 20 лет, там, 22-23 года, но они младших сестер и братьев не отдают в учреждение. Они сами их воспитывают, они устанавливают опеку. И как бы трудно ни было, вот у нас последний случай такой, ну, я бы сказала, тяжелый, происходил в Лосино-Петровском, когда на пешеходном переходе сбили женщину. Ну, трагический случай. А потом оказалось, что у этой женщины 5 детей, и она одинокая мать. Из этих 5 детей 2 детей совершеннолетние. Одной девочке 18 лет, а второй девочке там 21 или 22. А все остальные малыши. У них нет собственного жилья. И все родные, да? Конечно, все родные братья и сестры. Мама одиноко умерла. Работала одна мама. Старшие девочки учились. Малыши учились в школе здесь, в нашей Щелковской. И хотя снимали жилье в Лосино-Петровском, видимо, там подешевле так вот получилось, но учились уже много, несколько лет у нас в школе в Щелковской. И трудное было решение. Но когда наши специалисты приехали в Лосино-Петровский, в частный дом, который они снимали с мамой умершей, с целью, чтобы помочь этим детям, потому что 3 малышей и 2 девочки сами только-только 18 и 20 лет, такая была сплоченность между детьми. И так они все, вот, что, естественно, разговора об отобрании, об изъятии детей не было никакого. То есть мы приняли решение помогать установить опеку, чтобы старшая девочка установила опеку над младшими и всячески помогать, оказывать поддержку этой семье. Всячески, всего. И к волонтерам обращались, и ко всем. То есть, ну, таким детям надо помогать. Ну, а вообще, вот раз речь зашла о волонтерах, какую помощь они оказывают органам опеки и попечительства? Вы знаете, мы последнее время, вот, наверное, 2-2.5 года, очень плотно работаем с волонтерскими и благотворительными организациями. У нас их, к счастью, много в районе. Это настолько неравнодушные люди, настолько отзывчивы, настолько они необыкновенные широты души, понимаете? По всем вопросам, по которым мы не вопросам, которые мы не можем решить, вот, ну как сказать, в плане государственной поддержки, то есть поддержка оказывается. Но кроме этого, бывают такие ситуации, когда ее не хватает и нужна помощь еще со стороны. Мы обращаемся к волонтерам. Мы очень благодарим за помощь благотворительный фонд «Рождественская звезда» нашего Щелковского района. Мы хорошо дружим с Михайловой Евгенией, фонд многодетных матерей «Много нас». Есть такая организация «Благотворительное зарождение». Ольга Леонидовна ей руководит. Тоже очень-очень благодарим. Есть такой фонд «Поможем вместе», волонтерская группа, которую возглавляют Жителева Наталья и Станислав Рубинов. Они проводят замечательные мероприятия для детей. Они проводят мероприятия для детей-сирот, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они обеспечивают новогодними подарками, рождественскими подарками и всякое-всякое. Вот последний буквально случай, вот буквально сегодня, вчера мы занимались этим вопросом. У нас взрослая девочка, она в этом году будет обеспечена жильем по субвенции в Щелковском муниципальном районе. Но на сегодняшний момент ей негде жить. И мы обратились в администрацию. Администрация предоставила ей комнату в общежитии до приобретения жилья. То есть, ну, буквально несколько месяцев, вот сейчас уже объявляется аукцион, квартира будет куплена. А вот пока, то есть девочка уже совершеннолетняя, а раз она совершеннолетняя, она уже проживать ни в детском доме, ни в приюте не может. Родителей нет у девочки.
Так вот, администрация нам выделила на некоторое время комнату для этой девочки. Мы назначили этой девочке патронатного воспитателя. Мы сегодня связались в группу, информацию сбросили о том, чтобы люди, в том числе волонтеры, помогли с обстановкой этой комнаты, то есть мебель, посуда, постельные принадлежности, что-то это. Вот она придет в комнату, там ничего нет. То есть и помогают, и отзываются просто очень хорошо. Марина Юрьевна, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем и ответим на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, как можно изменить фамилию ребенку? Фамилию? Значит, до достижения ребенка возраста 14 лет органы опеки принимают решение и издают распорядительный акт об изменении фамилии ребенка. Ребенок может носить фамилию либо отца, либо матери. Никакой другой фамилии ребенок носить не может. В случае, если фамилии у родителей разные или, как бывает, что, ну, например, в браке была фамилия у мужа и жены Ивановы, и ребенок Иванов, потом они расстались, мама вышла замуж, поменяла фамилию на Петрова и хочет, чтобы ее ребенок тоже носил фамилию Петрова. Не своего отца, а ее мужа. Такое изменение производится только с согласия отца ребенка. А в случае, если... Отца какого? Родного. Родного. Мы обязательно запрашиваем согласие отца ребенка и ставим его в известность. А в случае, если одинокая мама... либо отец лишен родительских прав. Тут уже по заявлению женщины мы принимаем решение о присвоении ребенку фамилии такой, какой носит его мать. Мы издаем распорядительный акт, и с этим актом граждане обращаются в органы ЗАГС и меняют уже сведения в свидетельстве о рождении, запись о фамилии, об изменении фамилии. Марина Ильич, какие вот наиболее серьезные проблемы встречаются в работе управления опеки и попечительства? Ой, наверное, я думаю, что одинаковые проблемы, как сейчас у всех управлений и у всех административных органов. То есть самая тяжелая работа, я считаю, это работа с гражданами. А граждане бывают, к сожалению, разные. Бывают люди, которые приходят действительно с какой-то проблемой, за какой-то помощью, и хотят ее решить, и слышат тебя, и исполняют все по законодательству, как положено. А бывают граждане, которые, ну, либо больны, либо просто, наверное, имеют очень много свободного времени. Вот у нас есть одна семейная пара, которая 3 месяца назад только переехала на жительство в Щелковский район. Они только-только приехали 3 месяца назад. Они купили по ипотеке здесь квартиру. Они обратились в январе, в конце января к нам с просьбой дать им заключение быть приемными родителями. И с конца января до середины марта больше 20 жалоб уже написали, понимаете? Людям, ну, нечем заняться, я считаю. То есть, а на что жалуются-то? А жалуются на то, что не согласны с тем, что органы опеки не разрешают им принять на воспитание ребенка-инвалида, лежачего из учреждения здравоохранения, потому что квартира однокомнатная, они ее перегородкой перегородили, потому что они не имеют медицинского образования, а ребенку нужен медицинский уход. Простите, ребенок, а с ним что случится, если ночью там, или завтра, послезавтра? Кто будет отвечать? Ребенок государственный, на минуточку. И ребенок находится в учреждении здравоохранения. Но, к сожалению, встречаются такие люди, которые, зная о повышенном денежном содержании, ну, то есть это видно невооруженным глазом. С такими мы, как можем, боремся, к сожалению, но свое время тратим вот на эту ненужную никому борьбу. Марина Юрьевна, у нас осталось буквально 2 минуты до конца программы. Подводя итог нашему сегодняшнему разговору, хочу спросить еще о президентской программе «Десятилетие детства», которая была вот, принята, ну, так скажем, началась в конце прошлого года. Что это такое? Значит, в 2017 году был подписан указ президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства. Это десятилетие детства объявлено с 1 января 2018 года. Вот оно только началось, и сроком на 10 лет. Владимир Владимирович поручил правительству Российской Федерации разработать план мероприятий на это десятилетие детства.
с целью улучшения демографической ситуации, с целью оказания помощи молодым семьям и семьям, недавно родившим детей, материальной поддержки, и с целью поддержки детства, то есть детей, уже которые, ну, уже которые не только родились, а уже постарше возраста. Значит, маленьким самым детям там программа разработана материальное улучшение материального содержания. Вы, наверное, слышали, что продлена программа материнского капитала еще на некоторое время, что повышен размер ежемесячных выплат детям в возрасте до 1,5 лет и до 3 лет, что оказывается поддержка неработающим матерям в случае, если многодетная семья и мама вынуждена заниматься воспитанием своих детей, что оправдано совершенно, что правильно, да? Такая мама теперь будет иметь право на, как сказать, переквалификацию, то есть она сможет дома, находясь в декретном отпуске, например, получить новую профессию, переквалифицироваться. Поддержка детства, это имеется в виду, все силы сейчас президент бросает на улучшение здоровья детей. Очень-очень большие средства выделяются на поддержание здоровья детей. Кроме того, вы знаете, что у нас многодетные семьи все получают земельные участки. Семьи имеют 3 и более детей. То есть в Щелковском районе эта программа великолепно работает. Но мы очень много об этом говорим. Поэтому и демографический рост происходит. Он есть, он идет. Ну, я думаю, что он и будет продолжаться. Да. И не только благодаря президентской программе, но и благодаря тем нашим родителям, которые... Вот, готовы стать помогать, готовы, да, стать приемными или настоящими родителями для тех, кто в этом нуждается. Спасибо, Марина Юрьевна, за ответ на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» была начальник управления опеки и попечительства управления Министерства образования Московской области по Щелковскому району Марина Лазаренкова. Спасибо. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо.